Всем привет, наши дорогие зрители, подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян. Мы сегодня переезжаем, представляете? Расстаемся вот с этим вот прекрасным видом. Сегодня, видите, какая погода, все затянуло. Шел дождь, вот там только сейчас убрали всю воду. Отель «Викинг Стар». Здесь мы прожили, даже не помню сколько, чуть больше, наверное, даже 10 дней. Вот, сегодня мы переезжаем в очень крутой комплекс, поэтому не переключайтесь. Сделаем обязательно рум-тур, плюс покажем этот комплекс. Ну, вы прям обалдеете, там такое комьюнити классное. Вот, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Погнали в новый выпуск. Контакты отеля я оставлю в описании. Вот, также и пишите, если вы находитесь там, например, здесь недалеко, хотите тоже отдохнуть, можно им написать, от нас договориться о хорошей скидке. А если вы где-то находитесь в другой стране, хотите прилететь, то смотрите Турк, Викинг Групп, у них 5, по-моему, или 6 отелей. Все, теперь погнали в новый выпуск. Мы уже позавтракали, пришли, и сейчас нам нужно собраться, упаковать, ну, естественно, всю технику. Собрать все белье, которое высохло, надеюсь. Упаковать снова все чемоданы. У нас на минуточку появился третий чемодан, розовый наш, который мы забрали у наших друзей. Мы им его оставляли перед тем, как улететь на Шри-Ланку, потому что он был лишний абсолютно. Я вообще не понимаю, как это работает, но с каждым переездом у нас вещей становится все больше и больше и больше. Причем перед каждым переездом мы убираем часть вещей, ну, условно, в мусорку, да, их отдаем. Но вещей меньше не становится. Подскажите мне, что это вообще такое? Как? Вот я еле упаковываю эти чемоданы, у нас ничего сюда не влазит. Мы думали, что мы избавимся от большего количества вещей. Но нет, почему-то не получается. Желтый чемодан продолжает с нами путешествовать и с нами переезжать. Че, сынок? Да, вижу. Молодец. Помощник. Вещей, конечно, тьма. Еще коляска. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, сколько у нас вещей. Просто тьма. Техника, это документы, еще не три чемодана. Сумками, да. Вещей, да. Теплых, которые, я думала, не пригодятся, но... И как мы будем так летать? Мы летать так не будем. Не будем летать, хватит. Вот. Вот такая история. Ну да, кто знает. Сейчас дети идут в детскую комнату, да, сказать до свидания. До свидания. Оставим здесь игрушки, еще часть папа. Детской комнаты. Че, сынок? Не, я-то не пойду, Мироша. Ребята, если этим летом, либо прямо сейчас уже в мае вы собираетесь отдохнуть на нашем юге, отправиться в Крым, отправиться в Анапу, отправиться в Геленджик, отправиться в Сочи, в Абхазию, либо, например, поехать в Дагестан, то я, конечно, вам рекомендую приобрести наши авторские гайды как раз по вот этим всем местам. Там есть куча туристических локаций, есть нетуристических куча локаций, лайфхаки и советы, рестораны, которые мы сами лично проверили. Также есть столовые, какие-то различные кафешки, стоянки, кемпинги, где набирать воду, если вы поедете дикариком, как любим мы. В общем, там огромное количество информации, самое важное – это наш опыт и есть маршруты. Цена наших гайдов всего лишь 490 рублей, а если, например, вы приобретете Анапу, Геленджик и Сочи, то попадаете под акцию 3 гайда по цене 2. Не упускайте свою возможность, приобретайте, изучайте и путешествуйте. Поиграли в детской комнате немножко. Пацанам вон сделали такие татуировки. Тём, Родик, ну-ка татуировку свою. Вот так вот, на руки прям. Вот такого орла. Хватаем чемоданы и в Экоцедово. Пойдемте, чекаут сделаем. Так, у нас тут вот Дима приехал, помощник наш. Персональная встреча, да? Да. Так, залетаем, залетаем. Давай, давай, парни. Руся, вот видишь, дома? Пока мы здесь жили, нажили еще один чемодан. Хорошо. Вот видите, у нас вот такой вот трансфер. Че, мы в Иркутск едем, да? Да. Можно в Читу сразу. А, ну давай. Нам, в принципе, удобно. Отходи скорее. Я говорю, мы в Иркутск едем или в Читу? Я ему говорю, давай сразу в Читу. Если вы думаете о покупке Nissan, кто это? X-Trail. Вот. О его вместимости, то вот, пожалуйста, прямо сейчас тестируем. Пора, пора, пам. Сейчас понял, электропривод и стекло выдавливает на тебя. Не, мы это. О, видел как? Ну, вы сами все видели. А мы едем дальше.
У нас предыстория с квартирой была следующая. Мы как-то приехали туда, в комплекс, к Диме. Он показывал там одну квартиру. Я, конечно, хотел напроситься в гости. Говорю, покажи свои хоромы. Он говорит, нет, не хочу. На самом деле там просто ребенок спал. Вот. И Дима как раз рассказал, что там купили недавно одну квартиру. И, скорее всего, могут сдать. Вот, собственно, нам Дима помог договориться с хозяином этой квартиры. И мы будем жить вот в их комплексе. А как выглядит комплекс? Я сейчас включу вам кадры. Кадры из прошлого. Вот, посмотрите. А мы пока едем туда. Мы приехали в комплекс Викинг Натурленд. Да, это вообще самый-самый лучший комплекс во всем Кемере. 100%. Да. По версии моей. По моей версии. Ну, как бы все, кто здесь бывал, они все, в принципе, соглашаются. Потому что вот смотри, во-первых, тишина, да? Слышишь, птички поют. А во-вторых, соседи, дорогие виллы, апельсиновые сады вокруг. Рядом лес хвойный, по которому можно гулять, там, класс, бегать. Через него можно пройти прямо в каньон. Выход к каньону. Ага. Строительство низкоэтажное, то есть всего 3 этажа. Ну, это то, что вот я люблю. Вот. Не надо вот эти небоскребы, 3 этажа. О, кому-то, смотри, балкон достался, да, какой? Ну, это он сам уже застеклил себе. Пожалуйста, мотоцикл, парковочка, машины. Слушай, а парковка на 4 машины получается? Ну, на 4 внутри, да, вот здесь одна еще, 5-я влазит, а остальные все за воротами, если нужно. Вот вы можете заметить, украинские номера, российские номера, российские номера. Я сразу спросил, комплекс русскоязычный, ну, и мы говорим, да. 90%, да. Оливковое дерево, вон стоит. Оливки, кстати. Вот оно. Да. Басик. Бассейн чистейший прям. Это только открытый, правильно? Закрытого нету? Да, только открытый. Взрослый, хотел сказать, детский. Подогреваемый, подогреваемый солнцем. Ну, тоже как вариант, что нет-то. Да. Ну, в принципе, с мая месяца уже здесь теплая такая достаточно вода. Ага. Он девчонки забирает, видишь. Да. Апельсины, апельсиновый сад. Здесь та же история, как и в Парадайсе. То есть был сад апельсиновый. Дома строили, деревья все сохранили, они все плодоносят. Мы все их собираем, кушаем. А, вон, смотри, мангальная зона еще у нас есть. Барбекюшка стоит. Да, кстати, вот приглашаю вас пожарить шашлычки. Это он вам сказал, всех вас. Супер, спасибо. Ну, здесь, к сожалению, уже практически все продано. Да все продано, одна квартира только осталась. Вот, для наших зрителей, правильно? Одна квартира. Конкретно для счастливого обладателя квартиры в этом комплексе. Супер. Не, ну классно. Смотри вид отсюда какой. Да. Просто как на картинке. А у тебя когда окна выходят? Сюда и туда. А-а-а. Как раз на ту сторону. Нормально. Да. Здесь, кстати, не такая, знаете, нестандартная подъездная группа, где ты заходишь такой, типа, в дверь в какую-то. Здесь вообще просто вот все открыто. Видите, вот на примере вот этого дома покажу. Огромные потолки, домофоны. Вот куда можно позвонить. Ну давайте позвоним во все квартиры, чтобы вставали. Ладно, шуткой не будем. Как здорово. Сразу простор. Ну вот мы снова приехали. Вот так вот. Оп, сейчас припаркуемся и идем заселяться. Как тебе первые эмоции? Вот ты здесь вообще впервые, я-то уже, видишь, был в этом комплексе. Ну, здесь очень уютно, тихо, и пахнет классно, и ветра нету. Как у нас, например, сейчас в отеле был прям ветер сильный, а здесь прям хорошо нету, прям как-то теплее, ну, да? Ну, здесь, мне кажется, горы вот эти все горы, видите, они круговые, можно сказать, они так все закрывают. Ну и, конечно, да, тихо, спокойно, очень атмосферно. Жить мы будем на 1-м этаже, наш балкончик. Так, можно музыку включить и торжественно получить ключи? Так, ну короче, сразу залетаем. Я хочу сходу сделать рум-тур квартиры. Итак, встречайте, наше новое жилье. Я здесь первый раз, я здесь не был.
Поэтому давайте вместе с вами насладимся этой квартирой. В общем, подъезды я вам уже показал. Подъезд необычный. Вообще, впервые такие подъезды мы вообще видим. Без окон, без дверей. Просто огромный. Вон даже мотик припаркованный. Давайте закроем дверь и сразу будем смотреть. У нас здесь сходу ванная комната, душевая, туалет, стиральная машинка, раковина, шкафчики, окошечко, цветочки. О, все так аккуратненько, красиво. Здесь сразу комната с огромной, высокой, очень высокой кроватью, тумбочка, свет. Здесь также есть пылесос вот такой вот бж-бж-бж, ручной. Шкаф, вау, это очень, конечно, круто. Смотрите, панорамное остекление, выход на балкон. Балкон в такой мини-сад. Конечно, это очень классно. Мечеть. Второе панорамное остекление. Здесь, ну, выхода нету никуда, но есть дворик. Посмотрите. Вау, слушайте, ну, конечно, да. Прикольная история. Так, пацаны, как всегда, у нас сразу занимают тумбочки. Идем дальше по квартире. Здесь, видите, такой коридор. Мирошка гоняет. Настенка довольная? Да, Настенка очень довольная. Красивая, стильненькая. Очень стильная вообще. Новая. Да. Мне не жили, можно сказать, вообще. Ее... Комод. Огромное, интересное, кстати, тоже зеркало, но не для Настенького роста. Здесь еще комната. Вот, она уже с одним панорамным окном, стулья для великанов, такие, знаете, барные, короче, шкаф, ну, понятно, здесь окно выходит примерно вот туда же, да, на сад, с деревьями, супер, конечно. А, все есть, да, вот, видишь, полотенце, одеяло, это, конечно, все, вау, все отлично, хорошо. И мы попадаем на кухню, вот, смотрите, как это выглядит, есть кулер. Пожалуйста, есть посудомоечная машина. Это вообще история такая печка. По умолчанию во всех турецких квартирах. Я, кстати, тоже уже говорил. Есть холодильник. У нас есть духовка. Представляете, будем готовить наши любимые блюда в духовочке. Раковина, ой, с окном. Настенка, ты заценила уже окно? Так, газовая плита. Здесь такая барная стоечка. Здесь мы будем проводить по ходу дела стримы. И выход на балкон. Вот здесь, видите, такой второй получается. Это же балкон такой большой. И у нас вот просто вид будет на бассейн. И будем опять с ребятами. Ну да, вот видите, как здорово. Вот с таким вот прекрасным видом. Как вам квартира? Пишите в комментариях. Да. По цене, да, я люблю про цены говорить, по цене, конечно, много. Сейчас на май, это не сезон, она от 1000 долларов. Но дешевле ничего не найдешь. Тем более здесь, вы сами видите, состояние квартиры. Квартира новая, шикарнейший комплекс. Да, до моря здесь придется ходить. Ходить долго, можно на автобусе. Но опять-таки, если машина под попой, будет великолепно. Но посмотрим. Мы здесь на месяц, ребята. Будем здесь, как говорится, немножко обживаться. Дальше ждать наши бумаги, которые мы ждем. Вот, ну а вы, как говорится, будете вместе с нами. Так, собственник вроде скоро должен подойти. Ну, как вроде. А мы пока заполним договор. Естественно, тут заполняется договор туда-сюда. Сейчас хотя бы вынесу все свои эти... А, это стопка. Ладно, я понял. Короче, нам надо две штуки. Это такая большая стопка договоров. Типовые. Мы сейчас сходим до магазина. Купим продукты. Мы очень давно не покупали здесь еду. Заодно посмотрим. Ну, в Стамбуле только. Посмотрим, как здесь в Кемере, в магазинах, да, сделаем обзор корзины, что мы купили. У нас, кстати, вообще классно распогодилось. Смотрите, как солнышко вышло. Горы затянуты тучами. Ну и как бы бог с ними. Тоже такой вид. Вид. Смотрите, какой прекрасный вид. Так, ну все, двигаемся. Если у нас получится нарулить машину, это будет вообще великолепно, но в любом случае, с этого момента, вот что мы сейчас заселились, на месте сейчас осталось только хозяина дождаться, сделать оплату, подписать договор, и как бы тогда уже все будет так, что мы точно заехали, а то мы начали там уже раскладываться, сейчас придем это, варить будем, он зайдет, скажет, не, ребята, давайте, я передумал.
Это так, шутка. Надеюсь, не передумает. Сейчас хотим сразу осмотреться, вот говорю, дойти до магазина, посмотреть, что здесь есть вблизи, на районе. Вот. Чтобы понимать, сколько нам ходить хотя бы до магаза, потому что здесь, видите, такой район, все так спокойненько, аккуратненько, тишина. Такая, типа, знаете, деревенская жизнь. Я тут сразу увидел булочную, видимо, это какая-то пекарня. Обязательно туда зайдем, посмотрим. А сейчас мы хотим купить просто, ну, элементарного, типа, суп наш любимый сварить. Нужно понять, где магазины какие-нибудь там, бимы, мимы. Возле пекарни такой запах, что мы сейчас обязательно там зайдем на обратном пути. Зачем ты так бибикаешь? Так, через дорогу у нас есть вода, газ, что, скорее всего, надо будет покупать. Детские какие-то. Что-то, короче, какой-то детский магазин, непонятно. Тут же вот есть парикмахерская. Пацаны, вам надо срочно подстричься. И вот вам, пожалуйста, магазин Бим. Так, вопрос следующего характера. Где пиво-то покупать? В Биме пива нету. Ха, у нас есть браслет. Будем ходить за безлимитным пивом. Шутка. Ладно, пойдемте в Бим смотреть цены, что и как. Попробуем что-нибудь купить. Хлеб, вот сколько он, 5 стоит лир. Шоколадная паста, наша любимая, нет, это не наша любимая, вот наша любимая, 90, но это огромная банка, не знаю, килограмм, наверное, да, 950 грамм. Чай 52,75, ну, в принципе, как и стоило там до нашего отъезда. Мы сейчас пока возьмем вот такой Earl Grey в пакетиках, потому что еще не поняли, есть ли там чайник. Вот. Лапшичку можно взять. Не, лапшичку это. Давай мы макароны возьмем на ужин. Так, потом что у нас еще? Ну вот всякие сладости есть. 10 лир получается, что, 40? Ну, 50 рублей вот пачка таких сладостей. Спагетти давай, типа пасту сделать, окей. Сейчас надо купить сливки, единственное, будет. Молоко нужно будет тоже обязательно взять. Ну вот, пожалуйста, например, молоко. А сколько он стоит? 15 лир. Неплохо. Ну, в пачках. Шикс. Вот такую, наверное, надо будет взять. 3% 18,50 стоит. Яйца. Десяток яиц. 36 лир. Лира 4,3 там перемножайте. Что у нас есть? Мясо, например. Ну, вообще, если про выгоду, то выгоднее, конечно, брать цельную курицу. Килограмм стоит вот 53. Ну, мясо, конечно, да, но это подорожало? Да, но это такие уже очищенные, поэтому оно, естественно, подороже. Ну вот, например, фарш. Давайте с фрикадельками. 118. 500 рублей, сколько грамм? 400 рублей. 400 грамм? 500 рублей, 400 грамм. Да, это, конечно, вообще охренеть, как много. Ну что же, поздравляйте нас с первой покупкой, на самом деле, достаточно обширной. 100 лет этого уже не делали, ничего не покупали. Все-таки отель, когда все включено, это весело. Сейчас придем домой, расставим продуктовую корзину. Это не на неделю, это буквально там на 2 дня нам, наверное, еды. Даже, скорее всего, нет. На обед, на вечер. И на следующий обед курица точно останется. Мы взяли целиковую. Вот, посмотрим чек, посмотрим цены. Ну и напишите... Дорого, дорого, недорого. Конечно, планка у всех своя, но мы очень любим сравнивать с теми местами, где мы путешествовали, и, как говорится, проводить какую-то аналитику. Что-то там стоит дороже, что-то там стоит дороже. Но, мне кажется, примерно жизнь везде одинаковая. Наверное, но это не точно. Ну и, конечно, идем в пекарню. Сейчас посмотрим, что там есть. И купим обязательно свежий хлеб. Там был экмек, ну, в Биме, это понятное дело. Так, ладно, пойдемте. Хлеб вышел на 42 лиры, но, видите, нам дали такой хлеб, 3,7 мы взяли, и еще хлеб, видите, и нарезали прям специальные штуки. И как приятно выходить из магазина и наслаждаться. Это как на Красной Поляне, когда мы жили. Да, ты выходишь, вот спокойная откуда? Деревня. Да, ты выходишь, и везде горы, и я вот выхожу, у меня аж слезы. Вот я настолько счастлива, это видишь? Не да. То есть я могу... Это не высотки. У тебя слезы? Я могу назвать ролик и реву не могу, да, Настя в шоке. Да, реву не могу, Настя вообще в шоке. Ее жить удалось. Мирон Дед Мороз. Все, пойдемте домой разбирать корзину и готовить наш супер супчик. Ну и, собственно, сейчас я покажу вам, что мы купили. Вот она вся наша продуктовая корзина. Смотрите. Здесь у нас получается помидоры черри килограмм. Наверное, даже больше. 3 айрана, не спрашивайте, почему 3, просто 1 уже выпили. Растительное масло, молоко, курица 1600 грамм, спагетти, чай, огурец. Мирошка схватил.
Сливки, вечером будем делать пасту. Еще молоко, картошка и лук. Морковки, к сожалению, не было. Еще взяли 5-литровую бутылку воды, чтобы сейчас не заморачиваться заставкой, а быстро приготовить обед. Ну и, как я говорил ранее, семиты и 2 хлеба на 42 лиры. Вот эти вот продукты нам обошлись на 273 лиры, ну и плюс хлеб. Итого, грубо говоря, 310 лир вот за вот эту вот корзину. Здесь сейчас я сделаю конвертацию, посмотрите, ну и напишите свое мнение. Как вам цена вот за вот это все? Готовим, как обычно, наш любимый суп. Как обычно, давно такого не было. Правда, без морковки, как уже и говорил. Это картошка, лук, здесь должна быть морковка и курица. Все очень просто, очень быстро. У нас Мирошка, вон, короче, вырубился. Не выдержал, не дождался обеда. Еще нам, вон, видите, принесли банку. Мы тоже как-то хотели такую купить, пока здесь в Турции путешествовали. Ну, типа, удобная фигня. Как-то она там бокс, что ли, называется. Сюда вставляется сим-карта. По-моему, 200 гигов выдает. Скорость 5G. Но посмотрим, как говорится, как он будет грузить. Как и что. Надеюсь, нам на месяц хватит. Тестируем телевизор. Телек вообще здоровенный. Здесь есть Netflix. У нас есть подписка на Netflix. Есть ютубчик. Короче, все вот есть. Очень и очень хорошо. Вот ютубчик, пожалуйста. Это, конечно, very good, да, парни? Да. Это рекомендованный ютубом. Шикс. Ой, какой большой. Любимый ютуб. Прямо сейчас предлагаю написать в комментариях, что у нас вот дети слишком радуются телевизору. Да, парни? Радости, радости, телевизор, телевизор, печенька, печенька, печенька. Это самый лучший суп в мире. Вот если вы никогда такой не готовили, приготовьте. Ничего лишнего, ничего сверхъестественного. Но вкуснота в простоте. Смотрите, какой пошел дождь. Все-таки тучи с гор к нам спустились, а гор вообще не видно, кстати. Вот в любую сторону поворачивайся, ничего не видно. Вот сейчас в эту непогоду там оказаться печальная история. Вообще кругом смотришь, нету ничего. О, громыхает как. Слушайте, потрясающее место, да, Родик? Ты доел? Угу. Красавец. Вот так вот теперь будем жить. Если у вас есть деньги, такая котлета, вы можете вот квартиру, в которой я показывал, купить и пожить с нами какое-то время. Я не знаю, задержимся ли мы здесь на большее в этой квартире, но месяц с нами сможете пожить. Точно. Либо купить и нам сдать, кстати, тоже как вариант. Так что контакты есть в описании, пишите Диме, можете мне напрямую написать, как вам удобно, но лучше Диме, потому что если вы мне напишете, я все равно переадресую на Диму. Такая вот красота. Кстати, вот эти байки, они тоже в аренду стоят, можно снимать, новые. Класс. Барбекюшница. А, ну я все показывал, в принципе, уже. С кадрами из прошлого. А сейчас попадем в ту квартиру, собственно, которая вот на продаже. Мы, кстати, с соседями любим здесь, в этих холлах собираться, потому что зимой... Ну, когда... это привычка иркутская осталась в подъездах собираться, да? Зимой просто, когда там прохладно, например, мы ставим столы вот прям здесь, вот эти все столы собираем, ставим прям посередине. У нас есть уличные обогреватели, ставим их, чтобы не было холодно. И сидим, справляем какие-нибудь праздники, там Новый год справляли, елку здесь ставили. О. То есть, ну понимаете, да, здесь такое комьюнити. Свое, так сказать. То есть приезжайте, переезжайте и все. Видите, какие здесь подъезды, здесь нет этих вот дверей, вот все открыто, никто ничего не возьмет, вот шкафы дополнительные. Ну и, собственно, вот квартира. Вот у вас, видите, из подъезда какой вид. Невероятный. Здесь, кстати, а здесь просто крыльцо какое-то. Так, это 2 плюс 1? Нет, это 4 плюс 1. Как раз для вашей семьи. Как раз для нашей семьи. Здесь просторная кухня. Очень круто. Все, я влюблен. Вы посмотрите, какой. Что, зачем ты это делаешь? Ну, понимаешь... Зачем ты издеваешься, слышишь? У каждого человека должна быть цель, мотивация, работа. Если у тебя одна квартира осталась, ее уже купят после этого выпуска. Не волнуйся, мы к тому моменту построим новое уже. Значит, кроме того... Слушай, подожди, а здесь, получается, вот эта квартира уже без техники? Или она будет? Она тоже будет вся с техникой, просто под клиента индивидуально.
индивидуально все ставится. Хочет он черную, хочет белую, а может он кухню захочет. Не за дополнительную плату. Не за дополнительную плату. Понял. Блин, кухня шикарная. Да. Слушай, мне прямо даже кухня понравилась. Вот здесь холодильничек, здесь посудомоечка, здесь духовочка. Здесь вообще какой вид. И тоже раковина, видите, и над раковиной окошко. Это класс. А также рядом с кухней есть гостевой санузел. О. Здесь в этой квартире три санузла. Три. Один на первом этаже и два на втором. Вот это да. Значит, это гостиная. Вай. Так, а кровать будет? Конечно. То есть, ну, то есть мебель всю поставят? Всю поставят под конкретного клиента, потому что квартира не маленькая, не дешевая, да, то есть человек, ее покупающий, да, то есть, может быть, он захочет определенного фасона, да, то есть без проблем можно с ним вместе там съездить в магазин к нашим поставщикам, они покажут все каталоги, и он по каталогам чик-чик-чик, все, что нравится, все выберет. Второй балкон, смотрите, какой он, во-первых, он здоровый, вот. Сколько здесь метров, да? Ну, метров, наверное... Пять, наверное, точно? Шесть даже. Да. Вообще. И у вас вид вот сюда вот, на бассейн. На бассейн, на... Класс. Сады. На девчонок. На девчонок забирать. Так, двигаемся. Кстати, опция вот эта вот всегда у нас в России берут за дополнительные деньги. Серьезно? Да, за оформление такого окна. Мы когда себе стройку считали... Мы тоже хотели такие вот окна специальные, тоже там дополнительно да, какая-то. Обратите внимание, окна в пол. Да, это важно, панорамное остекление очень важно. И на кухне тоже будет. Угу. Так, ну что, пойдем во второй этаж? Пойдем. Второй этаж, конечно, немножко скромнее, да, то есть это... О! Здесь зимний сад, то есть здесь как делают? Делают камушки какие-то, ставят цветочки, тут фонтанчик и... Я бы здесь сделал бы себе рабочую зону. Стримил бы отсюда вот прям вообще, было бы классно. Так, мы на втором этаже поднялись. Да. Здесь у нас развилка. Сразу есть душевая. О, пойдемте глянем, что здесь. Нету пока света. А, понятно. Так, ну, все, здесь все стандартно. Классно, что стеклянно. Да. Это супер. Две маленькие спаленки для детей. О. Смотрите, какая. Очень аккуратку. Опять выход на балкон. Опять, да, есть даже декоративный балкон. Почему декоративный? Потому что... Вау. Так. Потому что это уже крыша идет. Вот видишь, крыша. Ага. Да, и как бы... Опять эти виды. Да. Достаточно высокие здесь перевес. Ага. Это во вторую комнату. Давайте отсюда переместимся во вторую комнату. Вот. Это чуть побольше. Это чуть-чуть побольше. Или она чуть-чуть квадратная. Да. Супер, но важно то, что она светлая и здесь есть солнце. Да, и тоже вид на горы. Ай-вай, вот это да. Да, класс. И третья, да, комната третья здесь? Третья спальня, это мастер-спальня родителей. О, а что? Барная стойка? Нет, каким образом они отгораживают зону с кроватью? То есть это же родительская спальня. Ага. Дети не должны видеть, что здесь происходит. Ааа. Кровать. Вот но, туда, и, ногами. Да, ага. Ну это по, как сказать, как любят турки, да? Но наши все сносят эту нафиг перегородку. Ты тоже ее убрал? Мне а, у тебя поменьше не квартира. У меня ее не было. Наши все сносят и ставят кровать в тот угол. Ага. А сюда делают гардеробную. Вот так вот. А, ну да. И здесь тоже есть балкон внизу. А я его даже уже показал. Да. Вот он, да, балкон. Тоже можно выйти. Так, и здесь еще один туалет. Да, ну, соответственно, так как это мастер-спальня, есть душевая. Ага. Вот. Блин, прикольно, слушайте. Простор, это, конечно, очень-очень... Хорошо. Супер, как вам такая квартира? Купили бы? Если да, то вот контакты Димы будут в описании. Пишите. А может быть, кто-то захочет из вас подарить нам такую квартиру. Мы будем очень рады. Учитывая, что в квартире никто не жил, мы первый, кто сюда заехал. Опа, смотрите, здесь вон одеяло. Новый English Home. Сейчас надо будет вещи разложить.
по всем полкам. Да, парни? Первый чемодан готов. Очень здорово, что здесь вот такая есть ниша, достаточно большая в кроватях. Поэтому я думаю, что все чемоданы мы уберем сюда, чтобы они глаза не мозолили. Приступаем ко второму чемодану. Я на стенке говорю, блин, а вот если мы через месяц отсюда уедем, представляешь, сейчас все разобрали, а если потом опять это все в чемоданы. Это, конечно, смешная история. Ну, а что делать? Там, надеюсь, заберем тачку и отправимся в путешествие. Первая уборка в новой квартире при помощи вот такого ручного пылесоса. Такой бак. У нас в машине, которая на таможне, лежит даже пылесос. Робот, который, помните, мы как-то его приобретали. И самое интересное, у нас там куча всего нужного. Например, Мирона коврик, Мирона стульчик, постельное белье, игрушки, книжки. Короче, наша машина склад-дом стоит, пока ждет нас. Погнали. Вот так вот. Ну-ка, запылесошивай. Мы еще хотим освободить вот этот стеллаж, потому что он такой, знаете, типа... мега опасный, но в том плане, что у нас дети, Мирошка может залезть, свернуть здесь все, вот, поэтому, ну нафиг, вот это все нужно так, вот сюда в ящик переместить, а здесь так сделать свой мини такой офис, поставить дрон, положить камеры, компьютеры, чтобы вот тут все это дело лежало. Потихонечку обустраиваем. Настенка говорит, что сюда на кухню тоже что-то нужно подкупить, какие-то баночки. Ну вот, смотрите, какая у меня получилась рабочая полка, такой вот мой прозрачный шкаф, где лежит максимально нужная мне техника для работы, для монтажа видосов, которые вы сейчас смотрите. Ну все, чемодану можно сказать до свидания, прослужил нам. Но благодаря аэропорту вот все, приходится его выкидывать. Я, короче, хотел колесики еще переставить на новый чемодан. В итоге они не получаются. В принципе, вот здесь просто колесики такие классные, вообще бесшумные. А на том... пока, дружок. Вот так. Дома тишина. Вы слышите? Клево. На самом деле, просто мои все ушли гулять. У нас здесь такое получается очень клевое комьюнити. Есть дети, и вот они все ушли гулять. Со всеми, скорее всего, в этом комплексе я вас познакомлю уже в других видеороликах, коли мы здесь надолго остаемся. Вот, а вообще сейчас я хотел показать такую классную опцию в этой квартире. Эта опция относится к окнам. Вот, например, если эту квартиру использовать как базу, и вы, например, тоже любите путешествовать, как мы, то, представляете, можно вообще уехать надолго и все окна закрыть. Здесь установлены по умолчанию уже ролеты. Смотрите, как это работает. Вот, например, вы уезжаете там на месяц, на два, здесь есть вот такие кнопки на каждое окно, открыть-закрыть, вот, типа вниз, вверх, вот мы, например, нажимаем эту кнопку, смотрите, и у нас поехала закрываться ролета. Прикинь, как здорово. То есть абсолютно не нужно переживать, что к тебе там кто-то ворвется, либо что-то сломает там, и так далее и тому подобное, либо там солнце перегреет, либо, например, уехал на зимовку, и чтобы солнечные лучи, там дождь, град, ты просто закрыл все ролеты, у тебя полностью запечатанная квартира, и ты спокойно отдыхаешь. Мне кажется, опция вообще классная и достойная. И, кстати, эта опция не только на первом этаже, да, это опция на всех этажах. Вот, например, посмотрите. Вот у нас дом напротив, вот здесь не живут и вот здесь не живут. Видите, все затянуто ролетами. Hello. Ты чё? Я в туалет. А где мама? Скажи, пап, дети, игрушки, коляски понабрали. Я сумка силу, я одну коляску. Я, пап, я со скейтом, со всем этим. Я беру коляску себе на плечи. Это, блин, ну, я ну там еще ребята. А Родик? Папа, пап, а Родик ролики взял? Ролики взял, переодел, несу ту листочку, а все тащат. Да, ну, вообще молодец. Здорово. Мироша, стой. Мироша, по воде ходить нельзя. Мирончик, иди сюда, на. Вот видите, какой детский сад у нас теперь? Но, конечно, больше половины процентов детского сада занимают наши дети. Ну вот, теперь никому не скучно. На ужин готовим пасту, как и хотели. 100 лет не ели наш суп, 100 лет не ели нашу пасту. Вот так вот просто. На самом деле, пасту-то мы нормальную не ели еще со времен, когда мы улетели на Шри-Ланку, потому что на Шри-Ланке сливки вообще золотые были.
А мы там покупали просто кокосовое молоко, и получается, что готовили на кокосовом молоке. Это не то. Вот здесь сливки, поэтому сейчас все быстро отварим. Вот водичка почти закипела. Курочка почти готова. Красота. Ну, посмотрите, какая красота у нас получилась. Мирошику. Ага, вон, ему вообще не втерпешь. Он говорит, где еда, да, ням-ням. Режим, режим. Да, сюда поставь, скажи, отец, быстро. Все правильно. Что, Мироша, вкусно? Вот так вот, молодец. Серьезно, соскучились, правда? Да. Ну вот, наслаждайтесь, кушайте. Тестим. Вкусно, но горячо. Ну все. Вот так мы переехали. Кончилось. Все, включенная жизнь. Теперь все. Теперь все. Теперь самостоятельно. А кто хотел? Все деньги вдули. Теперь едим макароны. Ладно, ребята, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты в свои социальные сети. Вообще, пишите в целом, как вам квартирка, нравится, не нравится, как вам виды теперь наши. Теперь будем отсюда вещать, начинать выпуски. Будем кушать, приятного нам аппетита, ну а вам пока, до нового выпуска.